Привет! Думаю, сегодня не нужно представлять, что мы будем обозревать, потому что в превьюшке это на картиночке будет видно, ну, естественно, и в названии обзора. Не так давно я начал на канале обозревать мерч, хотя на самом деле это я и не собирался делать. Вышло это случайно, что я начал покупать маски группы Slipknot, и люди попросили меня, покажи, что как выглядит, что почем стоит, где, что купить. Показал две маски, потом еще одну маску мой друг докупил, показали. Ну и на этот раз я себе купил маску, тоже крутейшие рок-группы, но это наша группа, поэтому, не знаю, мне стало интересно посмотреть, показать именно вам, как она отличается от зарубежных исполнителей мерча. Насколько хорошо это будет сделано, или это будет сделано хуже. Посылочку не открывали, вот она приходит в такой коробке. Сразу скажу, что ждал я ее долго. Заказана она была, по-моему, месяца полтора назад, как-то так, если не ошибаюсь, там плюс-минус. Долговато. Но ребята сразу предупредили, что изготовление от 30 или от 40 дней и, возможно, выше. То есть вопросов к ним нет никаких. Приходит это Почта России, коробки картонные. То есть, если помним, Slipknot приходили, я не знаю, кто вдруг смотрит, сравнивает, в обычных пакетах, где могли все поменять, разбить. Тут ничего не трясется. Все отлично. Ну, Почта России, все дела. Ножичек. Откроем, посмотрим. Очень долго я ее ждал, я уже успел сходить на концерт, ребят. Сидящий концерт в Питере, я не знаю, кто был, может, кто смотрит. На самом деле, смешно было, но... Концерт был крутой, группа отыграла на все 100. То есть за это им респект. Шоколай там и посидел со всеми, попил. Было весело. Запечатано все добросовестно. Внутри у нас много мягких штучек. Ох, и маска прям очень-очень далеко упакована, ребята. Сейчас вообще будет срач. То есть постарались. Потому что ехало это все издалека. Естественно, я тут все, где что было, замазал. Номера, отправки. Ну, на всякий случай. Все-таки люди отправляли. Фиг его знает, что в интернете сейчас названивать будут. Маска большая. Сразу говорю, коробка, смотрите, тоже гигантская. Все вот это... поролон сыпется. Ненавижу этот поролон. Не поролон как-то. Пеноплекс. Фиг его знает. Так. Сразу посмотрим. Упаковано, смотрите, все прям вообще на славу. Пупырку, причем не один слой, несколько слоев. Головешка уже готова, чтобы масочку поставить. Я ее очень долго ждал. Снять решил чисто из-за того, что сравнение с масками Slipknot и вообще, как делают наши мерчи. Покупалась она за где-то 3500, сейчас они уже стоят от 6000 ВКонтакте. По России, по-моему, даже доставка бесплатная. На официальном сайте, естественно, стоимость намного выше. Там по 100-160 баксов, что ли, что-то такое. Маска тяжелая, сразу скажу. Господи. Ведь кому-то это все убирать потом. Вот такая красота. Ну что, ребята, вот маска. Выполнена она прям, ну прикольно, прикольно. Я его в первый раз держу в руках. Хотел себе купить золотую, честно скажу. Золотая в России за 3500 не продавалась. Она продается за 160 баксов, по-моему. Но это просто бешеные бабки для такой маски, мне показалось. Но, знаете, могу сказать, что за эти бабки она, ну не знаю, выполнена хорошо. Смотрите, челюсть шевелится. Наверное, у многих уже есть эта маска. Скажут, Витек, зачем ты это снимаешь? Снимаю для тех, у кого ее нет, на самом деле. Резиночки, все это на клепочках держится. Покрас такой плотненький. Читал в комментариях, у кого-то он приезжает треснутый или слетает. Ничего подобного, маска прям жирная. То есть даже не простукивается. То есть твердый пластик, несгибаемый. Не то, что как Slipknot приезжали, резиновые, которые там не пойми как на лице сидят. А прям вообще жир жирный. Вон у меня Крейг Джонса есть, тоже крутецкая маска, мне понравилась. Но вот это, мне кажется, за 3500... Это очень дешево, поэтому кто там за 6 тысяч переживает покупать или нет, честно, она, мне кажется, и десяточку стоит. Когда я заказывал, мне сказали 30-40 дней ждать, я еще думаю, странно, неужели столько заказов? А у них дофигища реально заказов, там по 20, по 10-20 масок вроде заказывают в день. И сразу на вопрос у меня, почему цену сразу не подняли, ребята? Ну, за голову взялись, молодцы. Если так много скупают, цены обязательно надо поднимать. Короче, сделано супер. Давайте померим ее. Внутри какие-то прокладочки, смотрите, чтобы все было мягко на лице, чтобы сидело.
покрашена хорошо красная. Взял красную, опять же, потому что золотая дорогая. Золотая дорогая. Перекрасить всегда мне просто есть где, поэтому. Ох. Ну, естественно, резиночки. Их все можно под голову. Открывается рот, оператор. Минус, сразу говорю, минус нету для носика, для носа, для носа моего, никакой выемки. У меня голова большая сама по себе. Тут, наверное, под музыкантов все делали, голова, скорее всего, поменьше, чем у меня. Ну, прикольно. Сидит, я не знаю, как Шоколай в ней выступает на самом деле. На нос очень сильно давит, но такова его участь. А может быть, у них маски покруче сделаны специально для выступлений. Прикольная маска, ребята. Опа. Обязательно рекомендую к покупке фанатам. Очередь на эти маски огромная. Цвет хороший. Я думал, что он будет другой. Давайте посмотрим, как на голову натянется. Идеально просто. А? Нравится оператор? Оператор нравится, кивает головой. Поэтому всем рекомендую к покупке. Наши ребята не подвели. Это круче, чем мерч Slipknot. Рекомендую однозначно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Не знаю, все что угодно. Смотрите, это такой внезапный ролик. Просто так мое мнение, мои эмоции. Это крутая башка. Респект ребятам.